Всем ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. Все вы в курсе, кто подписан на наши каналы, на наши группы в Инстаграме, ВКонтакте, на группы мечети, на мой личный аккаунт. Все вы в курсе, что мы сделали пристрой, по милости Всевышнего Аллаха, альхамдулилля, к мечети пристрой. Многофункциональное здание будет такое. Вот, обратите внимание, мы его построили, альхамдулилля, в декабре месяце начали строить. Сейчас уже внутренние работы выполняем. И сегодня вот ребята пришли, утеплили пол. Пол утеплили. И начали делать отопление. Вот будет теплый пол. Там в углу будет котел. Завтра уже отопление должны, монтаж отопления завершится, Аллах бриса, иншаллах. Потом мы уже займемся стенами. У нас эти две стены кирпичные будут чиститься и краситься, а две пристроенные стены будут обшиваться гипсокартоном, будут штукатуриться и краситься. Эти фермы будут у нас тоже краситься от металлоконструкции. И здесь будут натяжные потолки. Самый такой бюджетный вариант, Аллах бирса. И хочу напомнить, что здесь будет, это очень благое дело. Летом будут здесь детишки обучаться, детские курсы для девочек и мальчиков, для школьников. Основа ислама, наши религиозные традиции будут изучать, нравственность у своей улучшать, Аллах бирса. Месяц Рамазан, ифтара проводить, разговение и разные благие мероприятия. И хочу напомнить, что нам нужна по-прежнему помощь по внутренним отделкам на оплату труда. Материал есть, альхамдулилля, и по краске, и по клевке, краски, и для отопления все есть. Вот единственное, работу оплатить, средств не хватает. Просим отозваться всех неравнодушных людей. Ради Аллаха поучаствовать в этом благом деле, иншаллах. Все ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.